Итак, смотрите, там на видео не было, решил вот сделать тест, такой 100% сок зеленый яблоко, написано, вот. Зеленое яблоко, 100% сок, безтопленный сахар, здесь зеленое яблоко, естественно, тут еще различается, вот, тут детское питание тут не написано, так, давайте посмотрим. На обратной стороне тут также эта хрень изображена. А здесь... Ой, тут очень много букв. Так. Булалар. Так. Тагамына. Арнавган. Кылпына. Килтир. Лэкнен. Туси сде дрил. Короче, ладно, я по-казахски читать потом. Так вот сделал. Сейчас те, кто знает законы физики, сейчас польется вниз. Так что поправим. Так. Какой первый пробу? Это я знаю, как он на вкус. Так что первый этот. Кстати, про цену. Точно не помню, в каких магазинах, но цена отличается 15 рублей, по-моему. Я вообще офигел. То есть, вот это вот дороже, чем вот это. Непонятно. Ну-ка. Это как будто более жесткий. Как будто вот пьешь воду, в котором очень много железа. Блин. И першит от него сильнее. Чем-то закусывать. Какой четкий хлеб. 720p. Ну, это какой-то более реальный, что ли. Чувствуется, что он из яблока, а это... Так, ладно, давайте посмотрим. Какие у них реальные различия. Сок яблочных и зеленых. Ага. Сок яблочных и зеленых яблок. А, осветленный, восстановленный. Детское питание, ну-ка. Так. Осветленный. То, что... вот сок яблочный, зеленых яблок, восстановленный просто, детское питание. Странно, непонятно, почему стоит 15 рублей дороже, но это не во всех магазинах, в некоторых. Еще, кстати, разные конвейеры делают. Видите, какой здесь шрифт, какой вот здесь, видите, различается. Здесь буквы, ой, цифры, точнее, больше. Здесь меньше такие сжатки. Короче, я допил этот, сейчас допью это. Вердикт. Твою мать, куда я свои 15 рублей просрал?